Так. Связь есть или нет? Так, связь есть, привет. Опа, первыми подключаются участники второго тура. Вижу Александра Слесаря. Сань, так как у нас все закончилось в первом туре, это я обращаюсь к Александру Слесарю, то я как бы пошел по твоим следам, стал, пока вы готовитесь ко второму, я стал агрономом. Сажаю цветы полевые, деревья фруктовые, лук, укропа посадил где-то 10 соток. Вот, поэтому пошел по твоим стопам, стал агрономом временно. Вот, но я так понимаю, после третьего начнем. Так, вижу бельских наших очень много. Ребят, всем привет бельским. Еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы сделали, за то, что вы сделали в первом туре. Бельцы, хочу еще раз поблагодарить всех бельчан. Ребят, вы правда молодцы. Ну, смотрите, сегодня выходной день. Все события в стране мы там можем обсудить там на следующей неделе, в рабочий день. Так как сегодня выходной, я все-таки ночью вернулся домой. После всех этих своих сельскохозяйственных туров все посадки прошли успешно. Сейчас там ребята добивают забор. Вот. Ночью вернулся в Москву и тут смотрю, что конец мая в прошлом году, если вы помните, я выходил в лайв, по-моему, там 2 июня был снег. Сейчас лето в Москве такое очень прикольное. Погода на самом деле очень хорошая. Как бы все цветет, даже виноград пошел и так далее. Но все вы видели историю там с коврами в Кишиневе и так далее. Я так посмотрел, сколько стоит. Хотя за те деньги я сделал бы совсем по-другому, но все в другом. Вот. Так. Так, народ пишет, хорошего отдыха, ребят, вам тоже хороших выходных. Так, вот пишет Людмила Гуманик, виним шиной лав, ам шурошу. Так, вот Юрий Галя, передам через Сергея Чебана просьбу. Ребят, да вы пишите в личку, я все читаю. Просто пишите как-то так, я там многим говорю, многие обижаются. Не пишите там привет, там как дела. Второе сообщение, третье, можно спросить. Я там пишу класс, что, меня спрашивают, что ты имеешь в виду, можно или нельзя. Ну, то есть, напишите, я постараюсь. И плюс, правильно многие делают, оставляют телефонные перезвания, потому что писать тексты, особенно там, что вы дальше собираетесь делать политики в Молдавии. Ребят, ну, вы знаете, это нужно смотреть уже лайвы, потому что, как бы, ну, писать о том, что я собираюсь делать в молдавской политике, то есть, как бы, так, привет, Скагула. Татьяна Добрянская спрашивает про наш шашлык. Так. Домой когда? Ребят, говорил о том, что что буду. Буду до выбора. Так, сейчас подожди. Так, тут вопросы пошли. Нарс трековой экскурсия. Так, меняю. Сейчас. Что-то по нашей теме пришло, по-моему. Так что меняем молдавское супер вино на колоновидный дуб. Ребят, прикольно придумали. А копать его кто будет? Плюс у меня было два, один погиб. На колоновидный дуб это прикольно. Так, Салатерь для Венец, Сиднича Дерлунга, Десинул, Синис, Пеностас, Бес, Фикари, Юкпартидлу, Йонс, Пусклар, Саптамына, Трекоты, Шини, Ультима, Мишуни, Ла Наталья, Мурариан, Пусклар, Найти детурнутый синий сын, принципалий, кандидат Алуи Плохиш, Амикспикат Латета Лумя, ну и платформа Намовут, Конфликты, Намовут, Немик, Тета Лумя Штей, Мессажуш, ну,
Ну, ретризвуемся, лезь. Это все нормал. Да, ше куркань, ше не куркань, ше мэди партия. Ше кэ... Импортанты вразу вот сейчас фаща свой тос. Так осы фалсивща лезерли. Квадат самарунка, он прочен дуу трик, пасть фи дифференция фуарти мик. Аше кэ... Я катунща вразу в этот питес. Так, пусть и позведеть сейчас факел. Так. Скорее возвращайтесь домой, спасибо. Так, с РБ тоже, да, спасибо, это... Значит, значит, все поздравляют с наступающим праздником. У нас ближайший праздник, если не ошибаюсь, День детей. А после этого... День детей 1 июня. Так, день рождения у Феди, у Тамары. Следующий у нас там, по-моему, День Конституции. Здесь. Так. Лезер ли у Сфифра удать у судьи прощения? То сломитинг. Бэс, будет трес фащ салтил. Я каной кумам пусл. Афикари секси, диво там пусл кищен за дивами. Ксы виденцы приндим пеште. Каря зви, ку каруселюр, ку бюллетень аскос штампилат ля русь петушенева. А мы плод фейсбуку к позыш, ку видео. Сцене де... Это кум испуни. Orice ilegalități care erau, începând cu rândul la secției de pașaport, puteți de vineau cu bălțeni, într-a doilea rând, vineau cu mașini, le aduceau, aduceau oameni de acasă și mai departe. Dar, dacă am mobilizat toată lumea, ați văzut că am bocanit, că cum am luat noi 62 din prima cu Grigorișin și ăsta, usatei, mă refer cel care are aceeași familie ca la mine, cu Dodon, cu Curcani, i-au luat 19 și am demonstrat, dar au fost o mobilizare totală. În Bălți au muncit, au fost campanii, au muncit activiștii din Bălți, toate organizațiile raionale erau prezente în ziua alegerilor. De atât cred că în ziua alegerilor să nu fie fraude, să nu fie alegerile fraudate, toată lumea trebuie să fie la Chișinău. Trebuie să organizeze la fiecare secție de vot, dacă o să fie 50-100 de oameni, practic n-ați poate face nimic. Sau să fac ceva foarte puțin. Так, 28-й день пограничника. Согласен, ребят. Правильная тема. Правильный праздник. Когда я находился в Молдове, я участвовал в этих мероприятиях. Именно празднование Дня пограничника. Бълцу. Вот дат он экземпл от этого цара. Шку сондажили, шку повестили, к партии дворю прочен, ши куркань акулу санаинти, ку нужды кэт, поезд. Ани шет, фермари публичтати, ям боканит, анди курканизат тотал бэлцу. Как ума так вауитаца дворди пи у него ашти, акулу пать сапара, пью патентрон сектор салунал. Аста ситуация, де аста так асиву мобилизари тотала. А сви и лумя массив ла секции ледивот, кишинауени требу с яса лавот. Калтел, ну, хайшмара мне ку примария ла плохеш, ну, ходи с ним, Сереж. Так, мы не Доминика Мари, к Сарбатори. Так. Так, строится, спасибо, ребят, взаимно. Я вам отрал фото красивых фасадов. Так, фасады пока переделывать не планируем. Так, Рена Дите. Так, что-то про... Рена Диченова дезволтация на Нину. Боец, есть у Фичу. Так и повес Гендвери. Сау, брат, ворбисла, директ, с кресенем, приват, каре проблема. Так. Так, плохо он еще подсфак концерте на Татаре не спори. Боец, приготовьте идеи. По одномандатным округам, где лезер. Куркани, дур, уфакут куда он с комбинация, ку микс. Что идет, это Владимир Георгиевич, фач концерте, да мороженое. Ерем Мацелеск, и рапи стихотари, повести здесь прилуп, так пропаганда русалск. Так, ладно, ребят, короче, не буду надоедать всем выходной день. У нас как-никак сегодня программа была «Сад и огород», поэтому я вас обнимаю, вам всем желаю хорошего дня. И мы обязательно с вами еще поговорим. Ну а самое главное, 20 мая все поняли, что бельцы рулят.
И как я говорил, они сделают все, что могут, а мы сделаем все, что захотим. Поэтому еще раз спасибо всем, люблю бельчан. Я как-то не отметился в этом году, не участвовал в праздновании там, Дня города, города Бельца, 22 мая, Фалешт, Басарабяска, Дандюшан. На следующей неделе я все выйду, расскажу и про свое участие, и про то, что мы будем дальше делать и в Бельцах, и в других городах Молдовы. Боец Боебеск, спецсанатож, Ащикариса Москва, Майскрецк, Тюмесаж, Пати Фащимун, Пати Фащим, Грюн, Эста Кумыспуни, Циспун Корек, Калимба Дистат, Калимба Рус, Умешти Гуляй, Ашека, Мулцань, Лалигатуры. Все, ребят, будет хорошо. Мы объединимся, все будет прикольно. Все, ребят, я вас люблю. Делайте репосты, кто онлайн. Тема не политическая. Все-таки была программа «Сад и огород». Вот. Значит, к сожалению, сейчас обед. У меня все курконята сейчас в поле гуляют. Дазар Анмакан. Дай ему сигнал. Ика Сочалишта. Деварат Динамала. Трелка шла. Дашес Примла Педял. Все, ребят, давайте. Хорошего дня, хороших выходных. Свяжемся. Все, вас всех люблю. Значит, пока. Увидимся.